Теперь новость, которая весной повергла в шок всех правозащитников животных. Полицейские установили личность подозреваемого в убийстве белого медведя. Напомню, в апреле этого года на острове Вайгач экспедиции были обнаружены останки хищного животного, которое занесено в Красную книгу. Тогда проверка показала, что медведь был убит выстрелами в тело и в голову. Останки белого медведя обнаружили участники экспедиции Всемирного фонда дикой природы и Совета по морским млекопитающим. Тогда на место происшествия прибыли сотрудники погранслужбы, которые и зафиксировали факт браконьерства. Чуть позже было возбуждено уголовное дело по статье 258, и спустя 4 месяца удалось выяснить личность подозреваемого в данном преступлении. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось выяснить местонахождение и установить личность подозреваемого в убийстве медведя. Им оказался мужчина 76-го года рождения, житель города Воркута, который дал признательные показания. В ходе обыска сотрудники полиции изъяли шкуру белого медведя, а также оружие с боеприпасами. Экспертиза подтвердила, что гильзы от изъятых у подозреваемого патронов совпадают с гильзами, которые были обнаружены на месте убийства белого медведя.